На западе страны острая нехватка дыхательных аппаратов для больных коронавирусом и пневмонией. В Атырау чиновники обратились с просьбой купить ИВЛ для больных к спонсорам. А в Актау сбор средств на кислородные концентраторы организовали сами врачи. За сутки через соцсети им удалось собрать уже 650 тысяч тенге, но это стоимость всего лишь одного концентратора. Никто не рассчитывал, что будет такое массовое количество людей заболевать буквально поголовно. И не факт того, что завтра окажетесь ваш близкий родственник, или же ваш сосед, или же друг, или же вы сами, например. Да? Поэтому ты не знаешь, когда выбрать, у кого забрать этот концентратор, потому что, допустим, рассчитывалось на 15-20 человек, а заболело 200. Я не говорю, что государство не выделяет. Они выделяют, но людей слишком много болеет. В Атырау, по данным Акимата, в больницах сейчас 111 аппаратов ИВЛ. Но совсем скоро этого может оказаться мало. В Актау в наличии 92, и там на помощь медикам уже пришли местные предприятия. Они пообещали купить еще 90 штук. А вот проблему с кислородными концентраторами в облздраве не отрицают. Говорят, не хватает как минимум 50 штук. Но Акимат пообещал решить эту проблему и даже запланировал приобретение. Правда, на покупку и доставку потребуется целый месяц. Сами врачи говорят, что лишним не будет ни один аппарат, ведь им уже приходится выходить из ситуации и давать дышать одному пациенту, пока другой находится на процедурах. За ночь только в провизорных стационар поступает до 200 больных. Медика, объявившего через социальные сети о сборе денег, наказывать не собираются, не откажутся и от спонсорской помощи. Мы уважаем ее позицию, то есть она хотела как лучше, но как уполномоченный орган управления здравоохранения Мангыстауской области официально заявляет, что проблем с аппаратами ИВЛ на сегодня в регионе нет. Кислородные концентраты, да, есть такая проблема, которая отдельно закупается. Но сейчас мы этот вопрос, еще раз говорю, с Акиматом Мангыстауской области уже отработали, местный бюджет поддерживает.